Всем привет! С вами Комаров Виталий. Вот я решил сделать обзор на этот вот микроскопчик. Но не особо такой обычный он. Просто моя родственница хочет приобрести такой микроскоп своему ребенку, который увлекается всякими всячинами. И я слышал на каналах, что нельзя использовать его в качестве как для натуралистов. Вот я решил попробовать, что же все это такое будет. Изловил специально для этого муху 7 ноября. Поверьте мне, это довольно-таки дефицит. Вдвоем мы за ней гонялись. Вот она, эта муха. Такая муха. Ну и попробуем мы ее посмотреть. Я сейчас включу запись. Так, ну сначала мы ее, наверное, положим сюда. Покладем, положим. Так, ну и включу запись на регистраторе. Флешка стоит на 16 гигабайт. Вроде как запись идет. Я все это, как говорится, выложу. Так, в сущности, муху рассматривать можно. Вот на камеру, наверное, не видно. А вот запись, когда поставлю, будет, наверное, хорошо видно. Все это резкость регулируется. Все это детально можно рассмотреть. Но в сущности ребенку за 2000 игрушку такую для любознательного ребенка это, наверное, шикарно. Вот такая вот лосатая муха. Это последняя муха ноября. Мы ее гоняли часа полтора. Вот такая вот у нее голова. Конечно, если здесь еще с освещением поиграться, наверное, еще лучше будет. Вот такие на ней волоски. Все можно разглядеть. Лапки какие. Вот какая лапка. Все это вот можно наводить резкость. Вот, например, на кончик лапки. Все остальное не видно, кончик лапки видно. Вот такой вот злостный мух. Ноябрьская муха, так сказать. Вдвоем ее ловили, поймали. Живую ее не получилось сохранить. Вот такая вот муха. Можно, конечно, поднять повыше. Тут уже изображение будет поменьше. Ну-ка, раскручивайся. Вот опять же, все это можно настроить резкость. Вот такая вот резкость получается. Нечего сказать, плохо видно. Это еще вот блик идет от этой. Если сейчас это убрать, плохо так положить. Вот так ее лучше видно. Нужно что-то такое не отражающее поверхность. Ложить. Стой-то. Вот такая вот она муха. Можно так вот подвигать немножко. Для ребенка, мне кажется, это прикольно будет. Поймай какого-нибудь таракана и будет весь день рассматривать. Классно. Вот так вот, звук, конечно, может не совпадать. Как я отредактирую видео, так, наверное, и будет. Блин, а по-моему пишет. Поскольку же он пишет, то засекаем. Или он отрывками пишет. То есть вот сейчас 14, 15, 16 секунд идет. Сейчас наведем камеру. Штатив свой самодельный. Я не знаю, там вам видно, нет. Сейчас я попробую увеличить. 34, 35. Наверное, минуты пишет и пишет следующий файл. 41 секунда, 43. Это потом эти файлы придется объединять.
Ну, на экран телефона, конечно, не заснимешь. А так видно четко. Я эти файлики скину. Оп. Пишет минуту и пишет заново. То ли пишет заново, то ли еще как, я не знаю. Сейчас мы все это посмотрим и все это я выложу. Объединю, соединю. Ну, соединю, как говорится, что-нибудь да получится. Все, ссылочка на этот микроскоп будет в описании под видео. Кому, если надо, приобретайте.